А теперь внимание тем, у кого возраст от 18. Чем раньше начнете собственную жизнь, тем быстрее будете вкушать плоды. И смотрите, куда я приехал. Вольт Ампер. В любимую нашу степь. Тот же поворот налево, но перед ним. Приятная штука, компьютерная графика. В свое-то время я для другого человека ее сделал. Но тем не менее, компьютерная графика вам показывает. А что она вам показывает? А я сейчас объясню, что она вам показывает. Магнитогорск – город весьма специфичный, да? Но тем не менее, в Магнитогорске все продолжается. Люди продолжают работать по одной простой причине. Мы вам показываем низкие цены. И вы не должны больше никуда ехать. Потому что за низкими ценами вы обращаетесь к кому? Вы смотрите телеканал «Звезда» и программу «Дом, милый дом». Хотя я в автостопе тоже вам показываю в реальности низкие цены. И, кстати, вот про низкие цены. К сожалению, такая штука случилась, что я потерял свою кошку. Вот. Но, тем не менее, когда я говорил, и когда девушка мне дала лекарство, оно было очень дорогое и только в нефрологии, она спросила: «А, это же вы, Челейкин Алексей, который показывает». Да, я показываю низкие цены. К сожалению, кошки уже нету, но тем не менее, я продолжаю показывать. И сегодня мы вам продемонстрируем то место, где вы все можете купить себе. А что вы можете для себя купить, когда вы себе строите дом? Так вот, в вашем доме должно быть качественное электричество. И мы вам это продемонстрируем. Когда-нибудь мне скажут: «Спасибо тебе, Леша, за то, что ты нам объяснил и показал, как жить». Работа хороша, но остальная тема, как не вплюшаться, как сделать существование достойным, как по дешевой цене купить себе все. Так вот о чем мы говорим. Первоначально, чтобы ваш дом запитался, ему необходимо подать туда электричество. Естественно, вам придется за это дело платить. Ну, а как по-другому-то? Но чтобы вы потом спокойненько калькулировали, есть замечательные счетчики. Причем счетчиков я просто посмотрел, по всему городу поездил, купил себе вот такой счетчик. Ну, захотелось, чтобы можно было смотреть, как он работает. Но кроме всего прочего, есть еще и самые дешевые счетчики. 575 рублей. Ну, чем мне это ваша радость-то? Поставили и дальше смотрите. Да, это электричество, и да, это дешево. И хватит нас кормить евриками. За недорого мы сами сможем сделать ремонт не хуже. Раз это все-таки магазин самых дешевых цен, а почему бы и нет? Потому что это самое дешевое место. Мы вам покажем то, что продолжает. То есть вы ввели в дом электричество. А дальше что вы будете делать? Дальше вы будете ставить розеточки. И розетки, пожалуйста. То есть тут-то я маленько перемудрил. Для начала проводка, затем выключатель, затем подключение. По сути-то и вы должны это понять. Простите, я бываю зябликом ханутельским. Розетки поставили, счетчики поставили. Как дальше все это дело протянуть? Возникает вопрос. Провода. Оптимальный вариант — это провода на медной основе. Да, и они в том числе здесь есть. Но если вы сильно хотите, ну это опять же для тех, кто хочет, может быть, он хочет продать свой дом. Есть, конечно, не медные провода, но нормальные провода из меди. О, вот они, вот они. Вот они, вот они, различные провода. То есть вы можете, конечно, дом запитать с заземляющим контактом, тогда 3. А можете без заземляющего контакта, тогда 2. Вообще надо понять, сколько контор в городе и везде, мягко говоря, странные цены. При этом должного ассортимента нет ни в одной. А какая там аренда? Офигеть, сейчас перечислю, и вы поймете. Сковородка, центр Карла Маркса, Ленина и не в оконцовке, Гагарина. Это просто сногсшибательские арендные платы, и вы поймете, что там за цены. Здесь по-другому, есть все. Простите, господа, ехать куда-то и зачем-то, и я вас не понимаю. То, что сверху, это вообще шикарно, да? То есть, я, конечно, хочу, чтобы ваш дом также светился, но гораздо проще все это делать через LED-светильники. О, супер-светильнички, 50 ватт. Так он просвечивает, по-моему, больше, чем обыкновенная лампа накаливания. Ну и обыкновенные светильнички тоже здесь есть в большом-большом количестве. Вот они. Хотите что-то круче в другое место? Здесь мы говорим об вашей экономии. И вот жесткизня. Тема интересная. Игла. И кто на игле сидит? Да мы. Да, мы сидим на игле. Мы сидим все на игле. Я также сижу на игле. И вы также сидите на игле. Конечно, это не наркотики, но из той же серии.
Какая у нас игла? Замечательная игла. То есть пункт номер один. Все сидят на бензиновой игле. Без бензина вы не сможете никуда ездить. Поэтому, извините, часть своего бюджета вы выплатите государству. Игла номер два. Газовые счетчики. Газ. Я также сижу на этой дивной игле. По одной простой причине. Я езжу на автомобилях, оборудованных газом. И получу государству денежки. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Если вы грамотно платите, вы также за газ платите. А еще есть супер-мега проекты, это называется газовые котлы, которые у вас также стоят. Понятно, какая игла. И последняя игла, извините, жить не получается никаким образом. Это электричество. Нормальная игла, да? Вы же платите, и я также плачу. Но в отличие от вас, я внедряю в жизнь LED-технологии. То есть в свое-то время я R80 лампочки поставил, как по меньшей мощности. А теперь я делаю все на LED-технологиях. То есть, по сути, вот чтобы понять, да, я могу электричество вообще не отключать. То есть, представляете, раньше бы лампочка горела 100-ваттная, и она бы горела круглые сутки. Вот то же самое, только у меня вся трехкомнатная квартира может светиться, потому что я экономлю и покупаю LED-светильнички. LED-светильнички в большом количестве здесь есть, так что вообще никаких проблем у вас не возникает. В оконцовке. Куда ехать? Да вот сюда. По Советской до Вокзальной. А там туда, куда нужно. И как-то так получается, что когда человек работает мозгами, когда он творит, дешевле места-то и нет. Дешевле вольт-ампера. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. В свое время говорил Александр Сергеевич Пушкин. Я вам последнее открытие говорю. Сколько у нас магазинов, которые вам предлагают купить себе электричество? Их несколько. Эсма, еще несколько там мест. Вот я ко всем говорю, ребят, ну почему бы вы не хотели продемонстрировать? А не получается. Ну хорошо, не получается, но это ваши проблемы. Мы вам показываем то место, где все получается. И доехать до сюда легко и просто. Как доехать? Едете по Советской до Вокзальной. И вот самый замечательный поворот. Прямо впереди, сюда направо, вольт-ампер. Все то же самое покупаете. И понимаете, качественный результат. Где вы покупаете все абсолютно не задорого.